Что такое театральная йога? Этот тренинг – это синтез йоги, базового актерского тренинга и психологии. Этот тренинг про нахождение в себе спокойного ума. Тренинг основывается на медитации, дыхании, расслаблении, напряжении. На что нацелен тренинг? Мы прокачаем внимание, воображение, фантазию, восприятие. Мы проработаем тело, подышим, поработаем с образами. Мы расслабим наш мозг и позволим ему здесь и сейчас действовать без зажимов. Это помогает нам избавиться от рефлексии, которая разрушает мою жизнь. Как вы разработали этот тренинг? Я училась в хореографическом училище, закончила 2 театральных института, работала с разными режиссерами. Когда я стала сама преподавать, мне захотелось как-то все это, весь этот свой опыт соединить таким образом, чтобы он подходил не только профессиональным артистам, но и людям, у которых другая профессия. Как проходит тренинг? Могу точно сказать, что мы не будем делать асаны и крии. Этот тренинг больше про медитативное состояние. Мы с вами соберемся, расскажем немного о себе, что за запрос у нас. Потом проведем небольшую зарядку, заставим запустить наш организм, дыхание, движение, импульсы. Отправимся выполнять какие-то абсолютно простые, понятные актерские задачи на расширение нашего сознания, на понимание себя в пространстве, в этом мире. Ближайший тренинг 5 ноября. Отсканируйте QR-код, чтобы получить более подробную информацию на сайте электротеатр.ру.